Объединенная протестантская церковь Франции, куда входят два главных французских протестантских течения – реформаты и лютеране, разрешила благословлять однополые браки. Такое решение было принято в минувшее воскресенье по итогам голосования абсолютным большинством голосов. В ходе голосования, которое происходило в городе Сет на юге Франции, из 97 делегатов Объединенной протестантской церкви 94 проголосовали за возможность благословлять гей-пары, и только трое выступили против. Одновременно отмечается, что те протестантские пасторы, которые выступают против однополых браков, не обязаны давать свое благословление гей-парам. Пары, официально зарегистрировавшие свой брак, могут получить благословение в протестантской церкви. Однополые союзы были разрешены во Франции 2 года назад. Принятие закона сопровождалось бурной общественной дискуссией и многомиллионными акциями протеста по всей стране. Объединенная протестантская церковь Франции является крупнейшей протестантской общиной страны и насчитывает около 110 тысяч активных последователей. Редактор